Министр культуры и информации Аида Балаева призывает не распространять фейковые новости о паводках. Она отмечает, что в социальных сетях появляется не только правдивая информация о чрезвычайной ситуации, но и провокационные ложные данные, что затрудняет работу служб ЧС. Балаева подчеркнула, что распространение недостоверной информации мешает эффективной работе в условиях ограниченных технических ресурсов и предупредила о возможных последствиях.